Управление пенсионного фонда в Кашхабльском районе ведет прием от работодателей сведений о работающих у них застрахованных лицах за май 2017 года. Отчеты принимаются до 15 июня 2017 года включительно. Ежемесячная отчетность предоставляется всеми страхователями, состоящими на учете в пенсионном фонде, имеющими трудовые или гражданско-правовые отношения, вне зависимости от факта начисления заработной платы и других вознаграждений. Отчетность по персонифицированному учету необходимо подавать также на тех работников, кто находится в отпуске без содержания и без сохранения заработной платы или декретном отпуске. Также хочется обратиться к работодателям с просьбой, что если вы сдали форму СЗВМ, прослеживать протоколы, которые возвращаются по новому законодательству в течение 5 дней, если не исправляется ошибка, то следуют штрафные санкции в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо. Также к предпринимателям с 1 января 2017 года пенсионным фондом не ведется регистрация предпринимателей и работодателей, и нам приходится работать вслепую. Большая просьба отчитываться по форме СЗВМ. Также немного заблаговременно, но хочу сказать о новой отчетности, которая будет с 1 января 2018 года. Это сдача индивидуальных сведений на каждое застрахованное лицо. На сегодняшний день администрирование передано в налоговую инспекцию, и поквартально сдается расчет по страховым взносам в налоговую инспекцию. Большая просьба к работодателям, чтобы формы расчетов сданные, начисленные суммы в расчетах сданных в налоговую инспекцию состыковывались с начисленными суммами страховых взносов в индивидуальных сведениях.